Я, конечно, понимаю, феминизм и все дела, но зачем позвали девочку на эту сходку зла? Ты с развитием прогресса тупо канула в лету. Где найдешь сейчас мафон, чтоб включить твою кассету? А вот плотских наслаждений людям хочется всегда. Невзирая на религию, страну или года, у нас дарует оргазм физическая рана. Вот и тянутся людишки к шкатулке Лемаршана. Это черт из табакерки и есть мой кровный враг? Скажи-ка, ежик, вместо кепки ты используешь друшлаг? Я порублю тебя на суши и запью потом саке. Главное, не подавиться гвоздями в башке. Вы все время с собой носите какие-то крючки. Тоже мне ища дяда. Вы ж простые рыбаки. А что за глупое название вы взяли? Это ж надо. Лишь проктологи боятся восставших из зада. Сразу видно, что девчонка. Интеллект ведь слишком мал. Речь в названии о Фрэнке. Это он один восстал. Лезь обратно в свой колодец. Не то накликаешь беду. Твои страдания легендой станут даже в аду. Я уж порядком настрадалась. Больше некуда, поверь. Своей болью поделюсь со всеми, кто откроет дверь. Тебе советую я спрятаться в шкатулке своей. Иначе будет слишком поздно, ведь осталось 7 дней. Кто победил? Кто выйдет в следующий этап? Решать тебе. Голосуй на главной странице моего канала во вкладке «Сообщество».